Ну что ж, здравствуйте. Сегодня уже 31 декабря. Нифига себе, как быстро все-таки летит время. Жаль, только за этот период я мало рисовал. К сожалению, уже настроения нету вообще. Вот сегодня вышел ролик о том, как я нарисовал новогоднего Человека-паука, но это ничего интересного из себя не представляет. Прогноз на следующий год. Он будет хуже, чем этот. Еще хуже, потому что этот был только трейлером. На этом, в этом году все. Ставьте лайк, если вам каким-то чудом интересен мой контент. Подписывайтесь. Благодарю вас всех за просмотр. Увидимся в следующем году. Пока.